Давай знакомиться. Меня Ира зовут. Меня Ярослав. Очень приятно. Ярослав, скажи, пожалуйста, ты собрался в первый класс? Да, Ярослав – будущий первоклассник лицея номер 4 города Дмитрова. О том, с каким настроением он пойдет в школу, Ярослав поделился с Ириной Костышиной, заместителем главы Дмитровского округа, которая пришла в гости к этой семье по поручению губернатора Московской области. Ежегодно команда губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева вместе с главами муниципалитетов, вместе с Министерством социального развития Московской области проводит акцию, когда мы вручаем рюкзаки и весь необходимый канцелярский набор для того, чтобы наши детки шли в первый класс, получали наши первоклашки из многодетных семей. В этом году, к 1 сентября, на территории Дмитровского городского округа 43 наших первоклассника получили вот такие замечательные подарки. Современный рюкзак с анатомической спинкой Ярославу очень понравился. Поблагодарив за подарок, он сразу же решил посмотреть, что внутри. А внутри подарочных рюкзаков большой канцелярский набор со всем необходимым для первоклассников. Сразу 5 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями будущим первоклашкам из многодетных семей вручила Марина Шевченко, депутат Московской областной думы. Ребята, вам я желаю, чтобы школьный год был интересный, радостный, чтобы был успешный. Желаю, чтобы у вас все было хорошо. Будущих первоклашек поздравили в культурно-туристической галерее «Мечта туриста», где им также предложили поучаствовать в мастер-классе. Под руководством Юлии Хазовой, генерального директора музея Дмитровской лягушки, дети вместе с мамами своими руками создали шоколадницу. Это такая подарочная коробочка для шоколада. Тематика украшений, конечно же, 1 сентября.